Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Порошок к столу». Сегодня мы будем готовить пасту с куриной грудкой, с шпинатом в сливочном соусе. Для этого нам понадобится куриная грудка, шпинат, оливковое или подсолнечное масло, спагетти, сливочное масло, соль, перец, чеснок, вяленые помидоры, сливки 10% и сыр. В кипящую подсоленную воду мы сразу поставили варить макароны, а теперь будем готовить курицу. Растапливаем сливочное масло и добавляем немножко оливкового масла. Нарезаем кусочками курицу. Курицу режем довольно крупными кусочками, будем ее обжаривать в масле. Добавим соль и перец. Теперь мелко порежем чеснок и добавляем в курицу. Теперь добавляем сливки 10%. Порежем тоненькой соломкой помидоры. И вот сливки закипели, сразу добавляем шпинат. Филе со шпинатом потушили 2-3 минуты, добавили томаты. Блюдо готово. Теперь сюда мы добавим макароны. Паста с куриным филе и шпинатом готова. Будем накрывать на стол. И последний штрих к блюду – мы добавим немного сыра. Вот так легко и просто можно приготовить за несколько минут вкусный и полезный ужин. Спасибо, что смотрели нас. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!